мои хорошие. Все, едем назад. Мы с Валюшкой были в больнице. Она, врач сказала, что нужно бы, надо, конечно, ее обследовать, но это в Симферополе надо ехать, в Симферополь обследоваться. Ну, вы написала она лекарство. Говорит, 7 дней подавайте. Витамины, лекарства. Сейчас еще надо в аптеку зайти купить. В Артените лекарства. Вот. И через 2 недельки, говорит, позвоните, скажете, как она. Потому что, говорит, ехать очень вам неуютно ехать, мои хорошие, честно сказать. Очень как-то больница сделана, ну, не так, как надо. И там не на том месте. Короче, иду на остановку. Не стала ехать в Ялту самой туда идти. Иду пешком на остановку, а там на троллейбус сяду и поеду. В общем, заплатила я таксисту 550 таксисту заплатила. За прием я заплатила 800 рублей. Ну как, ой, за прием говорю, господи. Да, за прием, за лекарства обошлось 800 рублей. Очень дорого, девочки мои. Это очень дорого берут. Мне сказали, что вообще должны за прием брать 300 рублей. Ну а я считаю, что она у меня шприц, у шприц набрала лекарства. 2 шприца. Вот. Ну, почему-то дорого, я говорю. Все равно мне дорого. 800 рублей, это очень дорого, конечно. Тем более, это самое. Шприц набрала она, небольшой шприц. Эти лекарства, 2 шприца. Не знаю. В общем, иду я, мои хорошие, не знаю куда, но иду на остановку, чтобы я могла с остановки сесть и уехать домой. Вот. Вот у меня все удовольствие. Все удовольствие. Видите? Ну, что делать? Ничего не сделаешь. Вот с вами прогулялась. Ой. Не знаю, куда ехать, куда идти, куда автобусы едут. Ну, идем. Идем. Где у нас, куда, где там автобусы ходят? Я даже не знаю, где автобусы куда ходят. Представляете, по какую дорогу надо меня идти, и чтобы я доехала домой. Я так зашла, я... Ой, блин, горелый. Где-то я зашла, сама не знаю куда, честно говорю. Ну, иду. Иду, мои хорошие. Сейчас спрошу здесь, правильно я ли иду, потому что я что-то не знаю, куда я зашла. Вот, где мне остановку искать. Ну вот, мои хорошие. Вот так. Гуляю с вами. Куда-то зашла, сама не знаю куда. Ну иду. Мне бы на автоса. Потому что я ж не стала ехать. Какая-то куда дорога идет. Сейчас узнаю. Короче, я зашла не туда, куда надо. Слушайте, это вообще... Представляете? В общем, зашла я никуда. Мальчики сказали, вы не туда зашли. Вам нужно идти на автовокзал теперь, говорит, идите. Потому что вы не туда зашли. Ну все, будем идти. Куда-то зашла, не знаю куда. Ну ничего. Сейчас, девочки, прогуляемся. Если что, назад вернусь. Ну, что делать? Раз я не соображаю, куда идти. Такси я не стала брать, потому что вызывать такси, это очень мне опять дорого. Только заплатила 800 рублей в поликлинике, плюс такси у меня 550. Ну, это, в общем, шикарно у меня получилось. И я куда-то иду, не знаю, куда иду. Надо было мне в другую сторону, наверное, идти, а я почему-то сюда решила идти. Так, где же тут у нас автовокзал? А, вот автовокзал. Ну, все, тогда пойду, мои хорошие, на автовокзал. И там сяду на автобус или на троллейбус. Я что-то пошла не ту в сторону. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, а что мне делать? Надо. Они говорят, вы спуститесь через этот самый... Вот, видите. Где мы с вами бы походили, как не по Ялте? Ялте, мои хорошие, мы с вами... Вот мы с вами гуляем. Ну, сейчас где-то... Ой, Валюшка моя тут. Вон, Валюшку несу. Сумки несу.
нашу Валюшку. Короче, иду по дороге, машины едут, а я иду. Ой, кошмар один. Надо было где-то спуститься, а я что-то не туда зашла. Ну все, теперь надо будет. Сейчас посмотрю, где спуститься, и на вокзал пойду. Короче, мои хорошие, я иду, не знаю куда. Ну иду. Ну иду. Все с вами, все с вами. Видите, если бы кто-то знакомых был, который подсказал бы мне, куда, как идти. А так никого нету. Короче, я вообще зашла, не знаю куда. Ой, блин, пойму. Круг, круг даю. Мальчики говорят, вам придется обойти. Ну, пришлось обходить сейчас. Ой, ну, вот так. Не туда зашла. Надо было через это, говорят, через мост какой-то пройти. Люди идут где-то. А я... Ничего, зато с вами мы гуляем. Гуляем, путешествуем. Валюшку в больницу свозила. Вот. Ну, посмотрим, как ей будет легче, не легче. Сейчас лекарства еще в аптеку зайду, возьму. Оп! Короче, будет у меня вообще завал. Ну, вот лестница, по лестнице, говорит, это самое. И придете на вокзал. Ну, я думаю, наверное, сесть мне лучше на троллейбус. Я так думаю, что автобуса у меня сейчас нет, то мне лучше на троллейбус идти. Вот, мои хорошие, погуляли мы с вами. Очень далеко больница. Вот так, видите, я, если не знать, то мы с вами бы и не нашли, потому что непонятно где. Поэтому вот такие дела. Большое видео сделаю. Вот машины едут, и как мне пробежать? Ой, сейчас пробежать надо. Троллейбус поехал в Симферопольский, все, я не успеваю. Не успела на него, придется мне на другой садиться ехать. Вот видите, как получается. Пока я гуляю, ну вот Симферопольский пошел. Ну ладно, потихонечку как-то доберемся. Вот, мои хорошие. Так, домой приеду, покажу вам шприцы. Как, ну там мало она мало набрала мне. Ну я думаю, хватит на 7 дней. 7 дней, говорит, воду капать, витаминки, и попугаю, и ей. И Сочи она витамины тоже какие-то дала, кошке моей, по 5 таблеток кушать. И это самое, и еще какие-то дала капать в рот по капельке 7 дней. И таблетки купить тоже ей, чуть-чуть с водичкой развести, дать попить. А вторую таблетку, там чуть-чуть ее раз это, и надо чуть-чуть корм, чтобы она съела. И вечером добавить. Но она же у меня плохо кушает. Поэтому я не знаю, как она будет. Вот это все есть. Так, вот у меня автобус. В троллейбус сядем, поедем на троллейбусе. Наверное. Скорее всего. Потому что автобуса я уже не дождемся. Автобус, наверное, ушел у нас на Партенит. Поэтому все, давайте. Вот, мои хорошие, мы приехали из больницы. Нам выписали вот эти лекарства попить Валюшке, вот эти тоже Валюшке попить 2 раза утром и вечером. Это у нас 1 раз на кончик ножика. Вот эти вот шприцы лекарства какие-то. Сейчас. Не знаю. Ну, лекарства выписала какие-то. Одну капельку в ротик. Этим мы шприцом меряем витамины. Вот это витамины выписала она. Этой Даши выписала. Вот, Дашке выписала. Ой, что-то не фиксирует. Вот, тоже выписала она. И Валюшке выписали вот это. А вот это выписали мне этой кошке Сочи. Выписали вот эти таблетки, витамины. Сейчас я покажу. Видно будет. Вот. Вот. Выписали. Попить. На килограмм. На 1 килограмм 1 таблетка. Вот.
вот, мои хорошие, вот такой вот у нас курс лечения 7 дней. 7 дней витамины вот эти покапать. И 21 день вот эти вот. Вот эти нам вот, подавать лекарства. Вот, ну, будем да, лечить, полечим нашу Валюшку. Ну, не знаю, только сегодня у нас будет 4-й день, как мы начали лечиться. Вот. На этом буду я видео небольшое закрывать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока.